Как бы, понимаете, тут подъехала такая история. У Вари был недавно приступ шизы, она убежала из дома. Нафиг. То есть она убежала просто на улицу, без предупреждения, без всего. И я как бы ей написала в WhatsApp, спросила, типа, ты где? Вот что она мне ответила. Ты же понимаешь, что я не буду ничего говорить? Зачем вам эта информация, спросите вы? Короче, если по вашей улице будет бежать орущий двухметровый шизофреник с зеленой башкой, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Я хочу ее забрать у вас, пока она вас не убила.